У тренажорной зале ДК «Віпра» рабочая атмосфера. Правда, створают ее выключно представницы пригожей половы. На момент сдымок у зале только девчаты, незразумелые инструкторы. Серед их 28-годовый Виктор Коновалов, с недавнего часу майстер спорта международного класса. За его широкими плячима годы тренировок. Боротьба, тайский бокс, карате, затем 11 годов занятков пауэрлифтингом. На Кубку света у Курску Виктор навод полепшил особистые рекорды, поднявши в огольной сумме 805 килограммов железа. Я в такие моменты не волнуюсь просто. Я знаю, что надо делать все. Либо делаешь, либо нет. Когда поднимаешь, тогда, в общем, и радуешься. Самый, наверное, момент такой был приятный там, это стоять на пьедестале и слышать гимн страны своей. Вот это было как бы, ну так, и приятно, и волнующе. А рекорд, ну, как бы, я не знаю, для меня это, ну, как для кого-то работа. Это моя жизнь, я это просто делаю, и все. У тяжким спорте легких шляхов нема. Кожный подыход до штанги вагой у некольки центнеров, а маль что битва, якая не обыходится без травмов. Были яны и у Виктора. На один период он, як мог, тренировался нават с гипсом на руце. Тренер и сябр спортсмена упевнены у тым, что его перемога – это закономерность, а не выпадковость альбо вязенье. Я бы сказал, что я просто помогаю талантливому человеку достигнуть своих целей и реализовать себя и свой потенциал полностью. Ему ничего не давалось легко. То есть это результат долговременной, постоянной, напряженной работы, превозмогания где-то себя. Со своих 22 годов 6 Станислав Чех отдал пауэрлифтингу. У его скарбонцы шмат медалёв и кубков, а так само звание майстра спорту Республики Беларусь у трехборье. На Кубку света у актив добавилась еще одна перемога и звание майстра спорту международного класса у жиме лежачи. До речи, менавіта на этом элементе трехборья он зараз и сконцентровал свои намагання. Станислав не утоивая. У Курску его ваговой категории до 74 килограммов конкуренция была не самая острая. Для перемоги хапило 155 килограммов. У гэты час, як на тренировце, ён без асаблівых намаганняў жме 140. А за некалькі дзён до нашай сустрэчы ён увогуле ўстанавіў асабісты рэкорд – 170 килограммов. До конца года у планах удзел у некалькіх буйных спаборніцтвах і магчыма новыя рэкорды. Ну, в федерации ВРПЦ рекорд 167, планирую побить его. В дальнейшем планирую выйти на 180. До речи, Станиславу есть куды расти. Рекорд усіх часов у жиме лежачи у ваговой категории до 74 килограммов, які належить белорусскому атлету Роману Ярымашвили, перевышая 230 килограммов. Руслан Проляскоўскі, Максим Савін, Явген Макеенко, Дмитрий Радянко, телерадіокомпанія «Гомель».